Каркас я решил немного переделать. Сделать его вот такой вот ромбо-трапециевидный. Вход пока еще не решил где, но явно вот этот угол будет вставать в угол под стен дома. Сейчас начнем обшивать изнутри фанерой и тем, что осталось. По факту буду использовать остатки. А затем уже просто в эту полость. Снизу так фанера, здесь полость. Будем класть минеральную вату, утеплитель. Пришлепывать ее немного веревками, скобами, чтобы она держалась. И уже сверху будем зашивать самодельной вагонкой, досочками небольшими. Также просто все напилим на станке. Старые какие-то бруски, доски. И все это зашьем тонкой вагонкой.
Заходи.